единственной и неповторимой девичьей трип-хоп группе в Молдове исполнилось 3 года. Девушки из группы Rainpill, о которой и идет речь, решили поделиться эмоциями по этому поводу со своими друзьями и организовали целый концерт. Что же ожидало всех тех, кто провел вечер четверга вместе с Rainpill? Сегодня новую программу услышите, как раз кусочек из новой программы, кусочек из старой программы. У нас сегодня еще будут приглашены музыканты группы Synapse, которые будут нас поздравлять. Наша замечательная Ёлка, вокалистка, тоже будет поздравлять. Те, кто знаком с Rainpill не только по песням, но и по концертам, знают, каждое выступление этих девушек – целое шоу. Придумали что-нибудь этакая группа на этот раз? Сегодня, конечно, мы придумывали, но как таковое шоу, как обычно мы устраиваем, оно будет гораздо меньше, потому что, в принципе, помещение маленькое. У нас вот такой вот как бы квартирник сегодня. Мы устроим такое что-то очень душевное. Все увидите. Своего существования Rainpill на месте не стоит. Изменился состав, изменилось ощущение группы самой себя. Как нам кажется, выросли уже. Музыка более серьезная, с большим количеством инструментов. Вот мы сейчас добавили контрабас, будет в последних 2 песнях, я буду играть на контрабасе. Текст гораздо уже интереснее стал. Ну, вот такие всякие штучки. Несмотря на произошедшие изменения, одна особенность музыки Rainpill осталась неизменной. Она до сих пор способна передавать и заряжать определенным настроением. Мы как пилюля работаем. То есть, вот вы нас съели, и теперь у вас настроение дождя. Настроение дождя, оно не всегда грустное. Оно и веселое, оно и радостное, оно и приятное, оно и очень, очень атмосферное. Всем гостям Rainpill приготовили по дождевой пилюле. Гости, в свою очередь, пришли тоже не с пустыми руками. Какие же подарки получили девушки на свое 3-летие? Ну, все так, лично слишком для группы. Вот. Ну, очень приятные подарки, очень-очень мега приятно. Надеюсь, самый огромный подарок будет то, что вот люди придут сегодня. Девчонки, поздравляю вас с днем рождения. От всей ассоциации звукорежиссеров Молдовы поздравляю группу Rainpill с 3-летием. Я желаю вам процветания, здоровья. Чтобы их помнили всегда и чтобы они очень долго продолжали свое творчество. Желаем им творческих успехов. Побольше преданных фанатов. Удачи, любви, счастья и побольше хорошей музыки. Целую, Игорь. The toast of New Russia. Что за повод был для сегодняшнего концерта? Ну, как обычно, день рождения. 3 года. 3 года группе Rainpill. Вот, можете поздравлять нас, кстати. Где подарки? Поздравляю. Ну, вы, собственно, пришли, это есть весь подарок.